Покрівля московського фізкультурно-оздоровчого комплексу знову протікає. Під загрозою татамі та нещодавно зроблений ремонт. Колектив ФОКу протягом дня намагається врятувати ситуацію, підтираючи воду та підставляючи відра. Директор управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму прокоментував дану ситуацію та запевнив, що в короткі строки проблема із протіканням даху буде вирішена. К сожалению, с учетом очень ужатого бюджета городского, значит, были приняты такие критические кардинальные решения для того, чтобы его все-таки восстановить. На фоне, скажем, такого глобального безденежья постоянного, все-таки нашли силы, средства, возможности, значит, с кучей скандалов, с кучей проблем, но таки построили, сделали кровлю и так далее. Конструкция инженерная, значит, в принципе, это делался отдельный проект на эту конструкцию, который, естественно, стоит определенных денег, само выполнение работ. То есть, в принципе, в ту сумму, которая была выделена городом, уложились. Так как это инженерное сооружение достаточно сложное, скажем, есть понятие текущей эксплуатации. Любое здание, любое сооружение, имея свойства при воздействии каких-либо атмосферных влияний, критических снегопадов и так далее, где-то возможно подтекать все. С учетом этих нюансов, естественно, принимаются какие-то меры. Значит, на сегодняшний день, да, я сам лично поднимался на кровлю, что самое смешное, значит, недочет там достаточно небольшой, совершенно крохотный, значит, но, да, он имеет место быть, и, значит, и в одном месте незначительное протекание, ну, неприятное, на фоне красивого ФОКа. Это некомфортно, значит, но сейчас проведены уже переговоры с подрядчиком, значит, который готов даже в долг нам, значит, осуществить работы определенные по системе установки системы подогрева кровли и ливнеотводов. Ну что, да, признаю ситуацию. Во-первых, это образование сосулек, значит, с которыми мы боремся, заказываем вышку периодически, потому что конструктивная особенность данного типа кровли, значит, ну вот, вызывает вот эти вот ледообразования и так далее. Значит, для того, чтобы избежать травматизма, если вы обратили внимание, огородили ФОК и периодически загоняем автовышку, и наш персонал снимает, сбивает эти сосульки. По поводу кровли, значит, на таких типах кровли действительно, в принципе, закладывается изначально система подогрева. Это, в принципе, норматив везде и всюду. Но еще раз повторюсь, с учетом очень ограниченного бюджета, значит, сделали кровлю, но этот даже в проект не закладывали, потому что денег попросту не было, платить было нечем. Значит, сейчас стало немножко полегче, вот сейчас в порядке эксплуатации, значит, уже, повторюсь, проведены переговоры, сейчас все это осмечивается, готовится проект и так далее, значит, и в ближайшее время, как только выходят документы, это буквально в течение одной недели, значит, будет начинаться монтаж вот этой системы обогрева ливневок, потому что они замерзают, это очевидно абсолютно, чтобы исключить обрывов и так далее, значит, и кромки кровли, значит, металлической кровли для того, чтобы избежать льдообразования. И, в принципе, по всем подсчетам, расчетам, то есть при эксплуатации вот этой системы подогрева, должны исключить полностью вот образование и сосулики этого протекания и так далее. То есть принцип там достаточно простой. В том месте, где скапливается критическая масса льда, снега, значит, он начинает периодически подтаивать, как только температура падает, находит какую-то маленькую дырочку, ну, вода, вы знаете, всегда находит себе путь. В целом, кровля, я считаю, очень хорошая. Я сам лично обследовал, поднимался туда под кровельное пространство. Значит, там везде сухо, одно единственное место. Южная сторона, где постоянно перепад, солнышко и все прочее, вот это проблема. И, скажем, я вам гарантирую, что в ближайшее время эта проблема будет устранена, так что не переживайте. Какие-то недолики мы своими силами, силами предприятия, естественно, будем убирать, подсушивать, подкрашивать, подмазывать, так что... Ну, а в целом, ФОК замечательный. По результатам общения, скажем, приезжали наши коллеги, гости из других городов, также киевляне, которые говорят, да, ребят, у вас отпор свороды, как таковые, ну, наверное, одни из самых лучших в Украине. Мало того, они практически бесплатные. У нас, ну, то ли к счастью, то ли к сожалению, валовая часть посетителей имеют льготы, значит, которые пользуются бесплатно. И также спортшколы и так далее. И участники АТО, и инвалиды. На всех ФОКах, в принципе, есть эта информация. Так что ждем гостей, приходите. Сподіваємося, всі плани щодо ремонту покрівлі будуть реалізовані. І вже найближчим часом на голови колективу та спортсменів, що відвідують московський ФОК, не тіктиме вода.